продолжаем читать книгу пророка Иеремии. В прошлый раз мы говорили, вспоминали пророчество о царе. Есть еще одно пророчество о царе, и с этого пророчества о царе мы перейдем к важнейшему свидетельству книги пророка Иеремии. Глава 30. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от всех ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь. Вот я возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарение, и голос веселящихся, и умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены» и сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять передо мною, и накажу всех притеснителей его, и будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собой, приблизится ко мне, говорит Господь и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Ну, пророчество о вожде мы уже рассматривали. Вот, тот, кто как бы акцент пророчества сделал на человеческой природе Спасителя, но мы об этом тоже уже говорили. И то, что это будет царь, и то, что э, он э, объединит народ, те приятные слова и интонации, которые и создали мессианские чаяния иудеев эпохи второго храма. Но прочитал я это отрывок для того, чтобы приступить э, к другому. Здесь э, этот отрывок заканчивается словами «И вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Не всем Богом я буду, а только вам, моему народу, тем, которых я собрал, тем, из среды которых выйдет вождь и царь и Спаситель. Только им я буду Богом. Не всем подряд. Не о всем мире молю, говорит Христос, а о них и о тех, которые поверят их проповедь. Церковь это и есть народ Божий. Мы живем в очень сложное время, и лжепророков нам хватает и просто лжецов, и лжепророков тоже много. И мы привыкли воспринимать мир как некое единое стадо Божье. И немало книг и было написано для того, чтобы нас вполне утвердить в этой мысли. Но Священное Писание никогда нам об этом не говорит. Она говорит только о том, что есть народ Божий который раньше был в лице израильского народа, вот народ, с которым Бог вступил в завет, это Ветхий завет, с одним народом, задача которого и завета, и народа, в том, чтобы пришел Мессия, Христос, который э, будет Богом нового народа, собранного из всех языков, из всех народов, как мы об этом слышали уже в книге пророка Исаия. То есть Ветхий Завет упраздняется, и будет заключен Новый Завет не с израильским только народом, а с теми, кто придет, кого он выберет, кого он вызовет, кого он соберет – в церковь и вот с этой церковью, с этим народом, поверившим, что Он есть оправдание наше, и будет заключен новый завет. Вот об этом новом завете и, и свидетельствует пророк Иеремия более всего. Это ключевое, это центральное свидетельство книги пророка Иеремии. Это единственное свидетельство в Ветхом Завете, откуда, собственно, и взято это знакомое, родное, понятное, любимое нам выражение «Новый Завет». Глава 24. «Так говорит Господь Бог Израилев, Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из всего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, и не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, и они обратятся ко мне, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. Глава 31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, это, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Ну и последний отрывок, 32 глава, вот я соберу из всех стран, в которые сгнал их во гневе Моем и в ярости моей, и в великом негодовании возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, и я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни. К благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними Вечный Завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Вот 31 глава, 31 стих это самое слово, Новый завет. Бог заключит новый завет. И Израиль, об этом Иеремия здесь не говорит, об этом мы слышим пророка Иса, и позже услышим в книге пророка Иезекииля, Иез, что Израиль есть не только тот, который по плоти Израиль, но тот, который вот принял этот завет – у кого внутрь вложен э, закон Божий, Дух Святый, новый закон, не тот, что написано на скрижалях, как потом будет говорить апостол Павел, а тот, который Духом Святым написан на плотяных скрижалях сердца. Церковь Нового Завета. Тот народ, который вступил в завет его крови. Не все люди, признающие Бога, не все люди, живущие под солнцем, не все вступают в завет, потому что э, это завет крови Иисуса Христа. Этим и пронизана вся шестая глава Евангелия от Иоанна. Поэтому он категорично утверждает, кто не будет пить моей крови, тот не может иметь со мной часть. Ибо вступление в завет со Христом э, предполагает, точнее, с Богом во Христе вступление в Новый Завет предполагает вкушение Его крови. Другого способа вступления в завет не было никогда и не будет. Завет тот, что на крови. И человек должен эту кровь внутрь себя принять. И вот это, поэтому Христос, заключая этот новый завет, так и говорит, вот кровь моя нового завета, я же за вы восставление во оставление грехов. Вот. Он исполняет эти, буквально цитируя пророка Иеремии, потому что, еще раз повторю, Новый Завет, единственный раз это словосочетание встречается в Ветхом Завете, в, в книге пророка Иеремии, 31-31. Вот. Пророчество о Новом Завете. И Христос указывает на то, что вот он сейчас и заключает этот самый Новый Завет, который вечный завет, который никогда не кончится. И, собственно, он пришел, Христос, как раз ради того, что был заключен этот новый завет. Конечно, сидящие за трапезой апостолы всего этого не разумели. Они вообще, вот рыбаки по преимуществу, люди, не книжные. И даже если они были бы книжными, как мы видим, вот с теми, кто ими был, они все равно не могли уразуметь, что делает Христос. И вот когда Он по воскресении Своем им является, Он дал им ум, дух, разуметь Писание. И вот тогда они уразумели. Вот, и особенно после сошествия Святого Духа, все им это открылось, и они поняли, чему они сделались причастны и какие пророчества относятся в том числе и к ним самим, к апостолам. Вот, они должны свидетельствовать об этом Агнце Божьем, чья кровь является кровью Нового Завета, и всякий, уверовавший в то, что Господь есть оправдание наше, и что Он пришел оправдать нас и очистить наши грехи, он вступает в церковь Нового Завета, которая вот универсальна, то есть имеет вселенский характер, всякий уверовавший может туда вступить. Вот. Это пророчество и о Новом Завете, но нам-то важнее подчеркнуть мысль того, что вот все эти прочитанные строки объединяет один повторяющийся рефрен. Они будут моим народом, и я буду их Богом. Это указание, что завет, новый завет в крови Бога, он предполагает создание народа Божьего, того народа, который мы привыкли называть церковью. Само слово церковь, эклесия, вот люди собраны, вызваны. Это именно собирание. Никогда церковь не была и никогда не будет иной. Хотя нам это очень и неприятно, болезненно. Всегда церковь будет выбираться. Люди в церковь выбираются. Нам бы хотелось, чтобы туда вошли все. Но это зависит не от нас и даже не от Бога. Это зависит от э, каждого человека, откликается ли Он на призыв? Он слышит ли зовущего его Бога или не слышит? Даже если он услышал, даже если он пошел, вовсе не знать, что Он придет в церковь. Потому что, опять-таки, Рефреном уже Евангелие, являются слова много званых мало избранных десять дев пошло на пир вошло только пятеро из десяти не все позванные на брак э -э вошли но только те которые отозвались и те которые приняли брачную одежду не все получившие таланты получили долю в вечном наследии своего Господа. Были и те, которые ничего не получили, кроме наказания. Я принес на землю не мир, я принес меч, я пришел разделить. Нам очень больно это слышать. Мы люди, для нас наши социальные связи прежде всего. Они а на первом месте. Это неплохо. В рамках социальной жизни это неплохо. Но Христос пришел мир разделить. Он говорит об этом, и как бы нам не было больно слушать, мы должны это слышать. Кто любит отца или мать свою более чем меня, меня недостоин. Это не значит, что нет целиком спасающихся семей. Это не значит, что нет целиком спасающихся родов. Все возможно Богу. Это значит, что мы должны это слышать. И мы-то сами ставимся, становимся всегда перед выбором. И каждый человек становится перед выбором, что для меня важнее если Бог, если Христос, то я иду за Ним. И сердце сжалось. А чего, собственно, сжалось -то? Я иду за тем, который всегда, всегда возвращает меня в семью, к моим родным. Это может произойти через час после обращения и встречи со Христом. Может, через там, 30 лет после встречи со Христом, но все равно вернет меня к близким, к родным, к моему роду, к моим землякам, к моей семье, чтобы я их любил, чтобы я их служил, чтобы я был для них свидетелем Его любви, чтобы я был Его голосом, Его руками, утешающими, э -э, намазывающими маслом больные места, обнимающим, его словами утешающими и свидетельствующими. Это не секта, где человек ушел, э -э оторвал и присоединился к какой-то общности. Это церковь, где я выбираю Христа только за тем, чтобы по его воле вернуться к тем людям, которым Он меня посылает. Как апостолы, оставив родство, пошли за Христом и были с ним эти три с половиной года, а потом получили благодать и вернулись к своему родству, чтобы свидетельствовать о Христе. Это общий путь всех, даже Антония Великого, у которого не было семьи, он остался один, устроил жизнь своей сестры и ушел в пустыню, но потом он вернулся, точнее, Бог вернул его к людям, чтобы он свидетельствовал им о Христе. И многие, многие тысячи людей пошли вслед за ним, за Христом. Это важная особенность церкви. Это не просто вербовка. Это именно служение, познав Христа, познав Его любовь, получив исцеление от своих страстей, человек возвращается, чтобы любить, чтобы это стадо звать, в это стадо звать и участвовать в собирании этого стада. Но при этом у каждого, кто пошел за Христом, есть четкое понимание. Тот, кого я зову, может и не отозваться. Это не трагедия, это не драма, это констатация факта. Он неплохо знает Христа, он не мало знает о Христе, он не просто какой-то недалекий или страстный, он другой. Ему не интересен Христос, а Царство Божие – это Христос. Это жизнь во Христе и со Христом. Человек может расслышать голос о Христе на старости лет, может в юности, но если он не расслышит его никогда, то это не качество его образования, который раз повторю, или его интеллектуальных или душевных свойств и качеств. Это состояние его сердца. Он возлюбил ложь, а не Христа, не истину, не любовь. Для него любовь не стало основным элементом жизни и это понимание этого любой христианин несет в себе как вы свойства этого нового завета мы в этих трех отрывках их видим вступление в завет в крови Христа предполагает прощение грехов то есть ты пришел ты уверовал ты причастился, и все грехи тебе прощены. И он никогда их не вспомнит. Условие является только вер. Но об этом мы много читали у пророка Исаии. Второе свойство – это познание Бога. Да, вот мы слышим, что не будут уже учить другого, как вот все мы сейчас занимаемся обучением другого, но каждый познает Бога. Это и есть подлинно церковное бытие, знание Бога собственной жизнью. Как говорит Христос в первосвященческой молитве, «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя единого Бога». Каждый, познавший Бога, тем самым открыл для себя дверь в вечную жизнь. Это познание дается Духом Святым. Собственно, бытие Духа Святаго в человек и есть церковь. Третье свойство. И будет у них одно сердце, дам им одно сердце. И один путь, говорит он в другом отрывке. Буквально потом это будет процитировано в книге «Деянистых апостолов», описывая первенствующую церковь, и было у них одно сердце. У первенствующей церкви. Дам одно сердце. Это одно сердце, и один путь тоже есть действие Святого Духа, ибо все мы единым духом только живем. Не у меня благодати немножко, и у вас немножко, и у них немножко, а весь Дух, как в одном человеке, так и в другом человеке, один и тот же Дух. И поэтому мы делаемся единым, потому что живем единым духом. И четвертое свойство закон вложу в сердца их, напишу их на пламенных скрижалях сердца. Тоже действие Святаго Духа. Когда мы уже не книги читаем, не закон Божий учим, а когда источник этого закона, единого закона, выражение воли Божьей в сердце каждого христианина. Это не значит, что все после крещения стали таким, как Василий Великий или Серафим Саровский. Это значит, что мы все после крещения можем стать такими, как они. Потому что тот, кто животворил их, тот, кто учил их, тот, кто вдохновлял их, дан и нашему сердцу. В это надо поверить, ибо мы вступили в завет, и действие в Духа нас началось. Если действия Духа в нас нет – о чем очень много пишет Семен Новый Богослов уже, то возникает вопрос, а вступили ли мы в завет?